Добрый вечер, уважаемые любители самбо. Итак, третий день чемпионата России. Финальные встречи начались. Первая финальная пара до 56 килограмм женщины в красной форме — Татьяна Шуянова, Нижегородская область, город Выкса. Она впервые принимает участие в финале женского чемпионата страны, является победительницей первенства мира среди юниорок. Ее соперница Анастасия Валова, двукратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта. Шуянова проходит в ногу, устояла Валова. Хорошо с косым захватом работает Татьяна Шуянова. Вот сейчас она вновь стояла в косом захвате, и Валовой пришлось совершить атаку, в общем-то. И замечание за пассивное ведение борьбы объявляется именно Валовой сейчас. Ну да, да, две атаки, в общем-то, такие. Два эпизода выиграла Шуянова. Валова с косым захватом делает подхват. Не отпускает косого захвата. Спина с колен от Шуяновой тоже уже, скажем так, в проигрышном захвате. Тактический подворот. И теперь, да, наоборот, за пассивное ведение борьбы наказывает спортсменку в красной форме Татьяну Шуянову. За пяточку выхватывает Валова Настя. Накрывает на удержание. Знаю, что Шуянова Татьяна очень обладает хорошей физической силой. Не так-то просто ее удержать. Вот сейчас действительно у Насти это не получилось. Но балл она за бросок заработала. Счет стал 1-0, хотя на табло по-прежнему 0-0, и судьи пошли смотреть видеоповтор. Но мы с вами можем сами увидеть его сейчас. Так, это начало встречи. Подхват делала Валова. Здесь проход в ноги от Шуяновой. Но судьи смотрят все-таки другой эпизод. Вот этот. Да, был ли темп или не был. То есть они сейчас будут говорить, давать оценку или нет. То есть из партера этот бросок в итоге или не из партера. Ну, балл оценили, потому что темп это был, да, это был перекат, и не было остановок в партере. Все было динамично. Шуянова стоит в низкой стойке, что для нее, в общем-то, привычно, но непривычно без своего привычного захвата. Издалека Валова атакует. Конечно же, тут можно было еще и контратаковать Татьяне Шуяновой. Вот здесь вот, если бы она чуть поувереннее стояла на ногах, Татьяна могла бы ответить зацепом голенью. За левую руку Валова идет борьба. Шуянова идет в косой захват. Посадку на пятки старалась сделать. Шуянова атакует на ущемление ахиллового сухожилия. Встает Валова. Шуянова очень опасна, когда атакует на ноги. Выксовская школа, в принципе, сильна болевыми на ноги. Эта сторона у них очень серьезно развита. Счет по-прежнему 1-0. 2-23 еще бороться. И медицинскую необходимую помощь оказывается Насте Валовой. У нее где-то была кровь. Вот, причем вытирают именно руки. Ну, может быть, при захватах сорвался ноготь. Такое бывает, да. Время идет, уже 30 секунд
у врача потратила Настя 2 минуты, напомню, по правилам у врача проводит спортсмен, более 2 минут это засчитывается поражение. Ну да, что-то с пальцами у Валовой происходит, сейчас там врачи колдуют. Должен заметить, что Шуянова очень волевой спортсмен, или правильно сказать, спортсменка, и будет бороться до последней секунды. Счет настолько минимальный для этой встречи, что говорить о том, что кто-то здесь выиграет, это вообще преждевременно. Есть 2 захвата у Уваловой. Шуянова делает бычок, опять-таки издалека. Преследует Валова в партере, но вот не знает, то ли на руку, то ли на ногу сесть. На руку не получилось, на ногу слишком долго, и в стойке будут бороться уже. Опять у Валова есть захват. Срывает Шуянова. В этот момент выходит за ковер, и вот, собственно говоря, 2 балла. Или балл. Хотя... встала и скрутила, да, на таз, конечно, какие 2. Балла оценили. Ушла сначала Валова на коленку, затем встала. И со стойки скрутила. 2-0. Схватка продолжается. Шуянова взяла косой свой привычный захват. Вот, наконец-то, она выиграла его у Валовой. Но Валова здесь вот, да, не стала стоять и ждать, и смотреть. А проатаковала в ногу. Сбила свою соперницу в партер. В общем-то, несмотря на проигрышный захват, эпизод она этот не отдала. Вот опять Шуянова срывает левую руку Валовой. Валова уходит в переднюю подножку. Докатывает уже после свистка. Минута 10 бороться. Что же, арбитры уже начинают переглядываться. Они наказают Ливалову, да, за ложные атаки. Хороший подхват с односторонним, с косым захватом. Переход на рычаг локтя. Тут же ущемление ахиллового сухожилия. Шуянова везде защитилась. Вот подхват здесь был, да, как контратака от прохода в ногу. Бросок через спину с колен в левую сторону демонстрирует Татьяна Шуянова. Несвойственный ей, часто она его не делает, этот прием. Вот опять в ногу и подхват, да, предыдущий эпизод. Вновь Шуянова вцепляется в левую руку Валовой. Теснит на край ковра. Теснит. Но не уходит пока Валова за ковер. Но судя, тем не менее, сейчас объявят предупреждение. Хотя выхода не было. Но в целом эпизод, да, за Шуяновой, конечно же. Вот она ее в партер сбивает. И наказание, в общем-то, ну, созрело. Что называется, 1 балл спортсменки в красной форме. Счет стал 2-1. 12 секунд, вы видели на табло. Интрига, развязка. Еще одна попытка была у Шуяновой. И тут же в партер уходит за ней Настя Валова и становится чемпионкой. Анастасия Валова, город Москва, становится чемпионкой России весовой категории.